Больше 3 миллионов деревьев будет посажено в Казахстане 23 апреля. Инициатор акции «Зеленый лист» – председатель экологического союза «Табигат» Мелс Елеусизов. Мероприятие по озеленению страны поддержал глава государства Нурсултан Назарбаев. Завтра в одновременной посадке саженцев примут участие более 1 миллиона казахстанцев. Сегодня в каждом населенном пункте страны подготовят посадочные места, а в 11 утра субботы посадить свое дерево сможет каждый желающий. Организаторы акции заверили, что проводиться она будет ежегодно, а в следующем году мероприятие, возможно, занесут в Книгу рекордов Гиннесса. К слову, глава Союза Табигат считает, что озеленение может во многом поспособствовать предотвращению природных катастроф. Она, по-моему, данное предприятие имеет очень хорошую цель. Это, во-первых, обустройство всех наших населенных пунктов, воспитание молодежи в бережном отношении к природе, в благоустройстве и, значит, в создании более комфортных условий жизни для людей. Сейчас катаклизмы, которые происходят на планете, везде вы каждый день видите по телевизору то землетрясения, то ураганы, то цунами, засуха, пожары, наводнения. И Казахстан не обходит они. За 10 тысяч лет, оказывается, люди на планете уничтожили 70% лесов.